Под мягкое и мелодичное звучание флейты проходит первый в Мытищах детский маркет крафтовых товаров. Этот проект «Дети про бизнес», детский маркет, мы решили провести для того, чтобы поддержать культурную жизнь нашего города, поддержать предпринимательское образование и грамотность среди детишек. Кольца и браслеты, вязаные игрушки и открытки и даже бомбочки для ванны – все это юные мытищинцы научились делать своими руками. Мы собираем талантливых, креативных детишек, да, которые делают разнообразные изделия, да, свои такие мини-бизнес-проекты. То есть это и изделия из бисера, это вот такие красивые цветочки, которые на мне сейчас. Это огромная возможность для детей показать свои таланты, продать то, что они делают своими руками, и заработать деньги. Каждому ребенку предоставили прилавок, на котором он смог на свой вкус разложить товар, а также написать название или рекламный слоган, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Я представляю украшения из полимерной глины и мини-рисунки, которые я нарисовала сама. Я делаю бомбочки, это ручная работа. Здесь есть свечи, это натуральный воск с травами. Мы плетем украшения из бисера. Они подчеркнут ваш образ и зимой сделают вас ярче. А вот эти украшения мы плетем вместе с моей сестрой, и нам очень нравится. Я начал красить футболки, меня так это увлекло, что я начал их еще и продавать. Одни ребята научились делать красивые вещи своими руками. Другие демонстрируют свои музыкальные таланты. Марии Кузиной 14 лет, и она уже знает, как с помощью любимой скрипки можно сделать выручку еще больше. К этому мероприятию ребята начали готовиться за несколько месяцев. Конечно, здесь важна помощь родителей, многие из которых также реализуют себя в творчестве и представляют свои товары на соседнем маркете. И они тоже видят, что любое творчество его можно реализовать, на этом можно зарабатывать, например, на что-то накопить, на какую-то мечту. И вот эти два проекта так хорошо поэтому совместились. Взрослые подбадривают детей, поддерживают, подсказывают, например, как украсить прилавок. Некоторым же ребятам, чтобы продемонстрировать свои таланты, вовсе не нужен стол и стул. Достаточно одной колоды карт. Тасуем, тасуем, еще раз можем перемешать. Ну, давайте еще раз для полной зачистки. Теперь смотрите, подуйте. Щелчок, и ваша карта перепрыгнет наверх. Что за фокус такой? Ну, ловкость рук и никакого мошенничества. Для тех, кто находится в поиске своего любимого хобби, на маркете работали мастер-классы. Например, детей и взрослых учили технике валяния из натуральной шерсти. Вытягиваем маленький такой кусочек. Вы сердечко хотите большое или поменьше? Ну, вот такое примерно. Вот такое, тогда даже еще меньше понадобится. И вот такую сухую шерсть вы сейчас кладете на поролон. Поролон специально высокий, потому что валяется специальной иглой, вы можете края еще лучше, вот, чтобы создать прям ровный такой контур, нужно хорошо поработать с краями, позасыпать, как я пока. Занявшись этим рукоделием, можно найти для себя не только новый способ снятия стресса, но и отличный вариант заработать на создании украшений. Как показала практика, с этим может справиться даже 4-летний ребенок. Первый блин детского маркета оказался некомом. Сейчас это некий пилотный проект, который мы хотим посмотреть, что из этого получится, да, ну а дальше уже выносить на уровень области, преподнести этот проект в Мининвест о том, что смотрите, маленькие дети тоже могут зарабатывать деньги. По словам организаторов проекта, часть прибыли дети готовы отдать на благотворительность для участников специальной военной операции.